Сегодня 4 ноября 2017 года. Всех с Днем Народного Единства. На настройке площадки метро Беломорская продолжаются строительные работы. Идет сварка, работают краны. А в доме 26, который непосредственно примыкает к стройке, началась замена рам деревянных на пластиковые. Рамы стоят у первого, около второго и у третьего подъезда. Скоро откроется метро, и местные бомжи уже осматривают достопримечательности. Вид на стройплощадку со Смольной улицы. Подземный пешеходный переход, который был предусмотрен по результатам публичных слушаний в окончательном проекте, исчез. Будет переход только с противоположной стороны Беломорской улицы. А с одной стороны Смольной улицы на другую приходится переходить по надземному пешеходному переходу.